с Рамилем Юлдашевым, нашим выдающимся мега-экспертом в хоккейном понимании этого слова, разберем первый период. Это Макаров делает передачу на Лисина. И что дальше? Нет, это не Макаров. Это делает Умар. Передача капризная. Вот хотелось бы предыдущее немножечко отмотать назад. Давайте отмотаем. Немножечко отмотать назад. Здесь хотелось бы отметить, казал и Капризова, и Умарка, хотя Умарк не участвовал. Во-первых, передача зрячая, но это Умарк умеет, да, передача хорошая, Капризова. Затем, вот борьба один в один. Что должен нападающий делать? Обыгрывать. Как правило, чаще всего отбрасываются игроки. У нас есть такие. Но Капризов идет обводку и обыгрывает этого игрока. Далее. В стиле Александра Мальцева, да? Да, красиво. Красиво. Далее. Далее. Вот здесь Умарк очень пригодился. Он, Умарк здесь, да. Он здесь подработал шайбу на Капризова. Передача, но обратите внимание, что три игрока Сибири находятся за воротами. И Капризов, наш 19-летний парень, выигрывает эту борьбу. И адресовывает передачу Воробьеву. Но Воробьеву шайба не прошла. Прошла защитнику. На Бодрова. И еще момент. Капризов закрывает обзор вратарю. То есть считаем активные действия Капризова. Сначала здесь. Да? Затем за воротами. Потом за воротами разобрался Капризов, а потом на пятачке. Да, это хотелось бы, конечно... Вот... И вы это в 19 лет. Это следующий момент, это когда был забит гол. Хотелось бы отметить здесь Макарова. Во-первых, он в своей зоне отобрал шайбу, прошел среднюю зону передачей. Прекрасная передача, да. На Лисина. Да, и если вот остановиться, скажем, вам Азамат не напоминает этот, комбинация советских времен? ЦСКА. Макаров... Ларионов, Крутов. Очень Макаров могу. Здесь есть. Я могу согласиться. Ларионова и Крутова не хватает, но зато... Да, Лисин где-то заменяет. Да, Лисин блестяще все сделал. Вот далее. Вот Макаров. Посмотрите, вот здесь хотелось бы остановиться тоже. Лисин всем своим действием заставил трех игроков обратить на него внимание. Он их забрал себе. Да. И обманно потом отдает передачу, и тут Макарову только замыкать пустые ворота. Ну и обратите внимание, да, на пятачке в этот момент кто находится? Федор Беляков, лидер по блокированным броскам. Но даже он, лидер всей КХЛ по блокированным броскам, не смог ни прервать передачу. Ну, какие моменты вы приготовили? Ну, моменты в основном те, которые были голевые и то, что превратились в гол. Вот хотелось бы посмотреть на вот момент. Вот чем примечателен вот этот момент? Дело в том, что мы, во-первых, вот на сегодняшний день выиграли всю борьбу, какую можно было. О чем мы заостряли с вами внимание в предыдущих играх, когда нам тяжело давалось вот это, да, компонента игры, где надо было выигрывать. И вот здесь борьба 2-2, 2 против двоих. Наши эту борьбу, в общем-то, выигрывают. Да. Далее подбирает шайбу Хрипунов. Вот здесь остановиться. Вот казалось бы, Хрипунов находится вот с 15-м, с Мишариным на одной линии. Да? Задача защитника сместить нашего нападающего, а задача нападающего подобрать шайбу. Но у нас Мишарин 85-го года рождения, у нас Хрипунов 95-м. Побыстрее парень оказался. Вот Хрипунов поработал ногами, вылез оттуда на ближнюю штангу, отдает передачу и опять-таки не успевает кто, посмотрите, 44-й номер, ему тяжело. Артюхин не успевает, и причем сейчас проигрывает. Один из моментов тоже так же получит, что он не успевает. Для меня лично ценность этой атаки в том, что там Котляревский поборолся, помог ему Черных, потом Хрипунов подобрал и потом довез шайбу до того момента, когда Черных замыкал. То есть все три наших нападающих поучаствовали в этой шайбе, и это трудовая шайба. Следующий момент, да. Вот хотелось бы остановиться. Вот игрок, сейчас посмотрим мы, игрок соперника, последний, начинает обыгрывать. А это нападающего. Не это чревато. Его задача потери. Отпустить шайбу, конечно, туда, вглубь. Конечно, конечно. А это вот игрок 23-й бы. Но никак не принимать на себя решение обыгрывать. Это Бодров. Это, кстати, Бодров поборолся. Передача на Умарка. Здесь атака 3-2 и классическое завершение. Оп, остановиться здесь хотелось бы остановиться как на положительном моменте, так и не совсем положительном. Вот посмотрите, атака 3-2, но Бодрова здесь нету. То есть из атаки 3-2 Бодров превращает атаку в 2-2. То есть если бы игрок находился чуть ближе к Умарку, то... Вариантов передачи не было бы. Вот место Бодрова. Да. Тогда вариант у Лепеста был бы сюда передачу, скажем, передачу влево-вправо или либо бросок. Так, в общем, в целом получилось. А Бодров отвернулся. А Бодрову надо взять на заметку. Вот здесь Умарк и Лепесту, они, конечно, разобрались. Здесь без вариантов. Потрясающе красивая шайба, да, и контратака бесценная. Но Бодров поборолся, и как бы у нас к нему больших претензий нет. Смотрим еще один эпизод. Здесь опять борьба. Выигрывает борьбу наш Бодров, защитник. Здесь выигрывает борьбу, опять-таки, Майоров. И он подхватит, использует ошибку Красикова. Опять-таки, отрывается от опекуна Арзамасов,
принимает шайбу и решает вопрос. Как заправский нападающий. Насладитесь моментом. И опять-таки, кто здесь, если вернуться, при забитом голе чуть назад, мы увидим, что здесь опекает его Артюхин. Артюхин не успевает. Конечно. Двух пропущенных шайбов. Артюхина вообще в этом эпизоде не было. Он только-только вкатился к себе в зону. Да, ему тяжело. Вот таков капитан новосибирцев. Мы сейчас их полностью переигрываем.